Флешмоб в поддержку военных, участвующих в спецоперации на Украине, прошел в парке Победы краевой столицы. Мы пришли, потому что мы поддерживаем специальную военную операцию, потому что мы за наш русский народ, за все национальности, которые присутствуют в нашей любимой стране. Мы против национализма. Мы полноценно поддерживаем ребят, которые сейчас в данный момент находятся там, отстаивают интересы своей страны, своей родины, защищают ее. Просто держит мир у нас в стране, уважение большое. И в данный момент это хорошая акция для поднятия чувства патриотизма в своей стране. Участникам флешмоба волонтеры молодежного центра раздали фонарики. И ребята направили их в небо, изображая один из символов спецоперации – латинскую букву Z. Мы вот с Валерой вернулись, выполнили с честью. Победа, победа будет только за нами, безусловно. И когда мы вместе... Мы сила, мы что-то представляем. Если каждый несет свою небольшую частичку во все это большое дело, это будет просто здорово. Это уже не первая подобная акция в Петропавловске за последний месяц. Из наиболее ярких событий – митинг в поддержку референдумов на Донбассе и патриотический автопробег, организованный родными и близкими военнослужащих. Информационное агентство «Камчатка».